Первый замер был произведен в здании, находящемся в центре города. Здесь установлена базовая станция компании KSL. Результаты проведенных измерений показали, что электромагнитное излучение антенн не превышает установленных норм. Норма потока электромагнитного излучения в Казахстане составляет 10 микроватт на квадратный сантиметр. Специальным прибором был измерен и фон территории второй базовой станции на окраине Шымкента. Ну, в данный момент мы находимся на расстоянии от антенны примерно метров 20-25 метров. И показания здесь показывают 0,57 микроватт на сантиметр квадратный, что не превышает предельно допустимый уровень 10 микроватт на сантиметр квадратный. Базовые станции, которые устанавливаются компанией KSL, работают в строгом соответствии с нормами предельно допустимого радиоизлучения. Все оборудование имеет сертификаты соответствия. Базовые станции вводятся в эксплуатацию только после получения санитарно-эпидемиологического заключения. Главный принцип при установке телекоммуникационного оборудования, как заверили представители компании KSL, безопасность населения. Все телеком-оборудование, базовые станции, которые устанавливаются нашей компанией, мы производим в строгом соответствии с санитарными нормами, с законодательством Республики Казахстан и очень строго соблюдаем нормы безопасности для населения нашей страны. Главная задача – это обеспечить безопасную установку и безопасность нашего оборудования для населения. Электромагнитное поле, которое создается базовыми станциями, относится к неионизирующему типу излучения. Как пояснили представители компании KSL и приглашенные специалисты, если базовые станции установлены по всем правилам, неважно, где будь то крыша многоэтажек или территория населенных пунктов, то они не опасны для здоровья людей, а их воздействие минимально.